Очень интересные позиции высших судебных инстанций по поводу злоупотребления правом в жилищных правоотношениях. И вот здесь, дорогие друзья, это касается тех лиц, у которых имеется договор соцнайма на жилое помещение. В частности, как говорит Верховный суд, сохранение гражданином, который расторг договор социального найма, регистрации в квартире, является злоупотреблением правом, если он длительное время не проживает в этой квартире, выехал добровольно и прекратил выполнять обязательства по договору. На это следует обращать внимание. И следующая позиция, она касается отчуждения жилья. В частности, совершение родителям сделки по отчуждению жилого помещения с целью ущемить права детей может свидетельствовать о несоответствии сделки основам правопорядка и нравственности и злоупотреблении правом. В таком случае такая сделка может быть признана, конечно же, недействительной.